Кибердрайв и мой водитель Куман. Привет. Привет, привет. Как ты? Готов сегодня посидеть за рулем, покатать меня по Киеву? Да, готов. Лучше внутри сидеть, чем на улице, холодновато. Вкратце расскажу тебе про авто, на котором мы сегодня ездим. Значит, это моя любимица, Mazda CX-9. Это самая большая, самая мощная машина и самая премиальная, эксклюзивно представлена в Украине. У нее 2,5-литровый турбодвигатель, 231 лошадиная сила и 7 мест. То есть для всей семьи. 7? Да. И в такую кашу, как сегодня, это будет в самый раз. Да, я уже проехалась, даже вообще не чувствуется. Вот, поэтому предлагаю прыгать в машину и отогреваться, да? Погнали. Вот, ну значит, мы выехали, просто катаемся по Киеву, я как тамада уже со стажем буду всякие конкурсы устраивать, но такие, знаете, которые не сильно будут отвлекать водителя. То есть до этого я там какие-то с Шедувехом, у нас был первый выпуск, и я ему там загадывала, какие-то картинки надо угадывать и все такое, но у нас сегодня с тобой будет музыкальное тачло. Будет музыка, будут всякие дота-звуки, в общем, будет весело. Но для угадывать будем, да, я так? Да, да. Но для начала просто вот расскажи, как у тебя дела, как буткемп, как Киев, вот как вообще жизнь? Не устану говорить всегда, что Киев я очень люблю, Киев мне нравится. Я сейчас впервые в такой погоде здесь оказалась, я обычно здесь так бывало, когда тепло или не столько снега. Что-то непривычное, со снегом тяжело, да хоть куда-то выйти, холодно, выехать тоже тяжело, потому что пробки везде, снег, все засыпано. Но Киев любишь. Но Киев люблю, да. Хоть и времени особо на этом буткемпе не было, куда-то выйти, пойти, так мы пару раз, три раза, по-моему, ходили и все. Ну да. Вчера мы гуляли еще в любимый мой парк ходили, где... Подвесной мост? Где мост прозрачный этот. Да, да, подвесной. У вас было выходной или просто время свободное? Ну, честно сказать, у нас вчера намечалось сбор, потом КВ. Мы сбор прошли, у нас не было света по каким-то причинам. И я зафорсил, давайте, мы типа ни разу не выходили все вместе, там прогуляемся, погнали. Я это зафорсил, мы собираемся, нам свет дают. И, в принципе, у нас есть выбор. Доиграть, ну, у нас было так, что у нас одно КВ, то есть первый отменили, второй есть, сыграть его, и 3 часа перерыва, и еще один КВ. И я зафорсил, чтобы мы второй тоже отменили, пошли 3 часа погуляли, вместе время как-то активно провели и вернулись. В принципе, мы 3 часа прогулялись, ну, пошли покушали вместе все и вернулись. Знаешь, вот я была на многих буткемпах, вернее, с разными коллективами, когда я приезжаю к вам, несмотря на то, что вы только как бы начали свой путь вместе, но я чувствую себя максимально комфортно, и атмосфера, как мне кажется, со стороны вот такая очень чиловая, лайтовая. Ну, чиловая не в смысле, что бездельничать, а то, что вот просто, ну, по кайфу, судя по всему. Вот как ты, расскажи, ну, ты же тоже во многих командах был. Был, да. Прикол в том, что в этой команде нет таких людей, которые там вечно спорят, там какой-то негатив у них всплывает и прочее. Все такие спокойные, адекватные, типа, ну, ничего лишнего нету. Тем более с многими, ну, кроме как с Никитой, я со всеми уже давно знаком, играл вместе, знаю их характер, они меня. То есть мы все в хороших отношениях были с Лилом, с Ромой особенно. И вот, и Никита тоже такой спокойный, пришел, и не по теме у нас каких-то споров, там негатива не бывает, поэтому спокойно все. И знаем, к чему идем, знаем, что сейчас тяжело, то этот путь надо пройти. И, собственно, все проходим этот путь, не ссорясь. Даже вот когда там проигрываете игры, то есть
нет такого, да, что вот что-то там доходите до точки, как это бывает? Не было такого? Не, мы всегда спокойно разбираем игры. Нам еще Макс очень сильно помогает, прям очень крутой чувак, тренер наш. Он тоже эту атмосферу держит, всем очень комфортно. Да, здорово. Ну, вы, вероятнее всего, закрепитесь во втором дивизионе, насколько я понимаю. Или есть еще шанс? Ну, есть шансы там, по-моему, зависит от других. Ну, если мы выиграем сейчас, и как другие сыграют, там могут быть перегровки, я так понимаю. Поэтому вот такие дела. Ну, в принципе, если вы останетесь во втором дивизионе, для тебя это будет личной какой-то трагедией? Ну, лично для меня... Хотя, я не знаю, ну, если мы заслуживали, мы бы этих ребят там, все, кто там играют, там не самые сильные команды играют, если мы заслуживали бы, мы бы их всех уже переехали бы, вышли бы, значит, есть над чем работать, значит, есть с кем соревноваться и тут. Поэтому, если мы заслужили, то мы пройдем, если нет, то еще работать надо, но это обычные жизненные моменты. Ну, ты, конечно, расстроишься, но не будет такого, что ты в тильте будешь сидеть, о, за что мне второй дивизион и прочее. Вот. Я более такой реалист. То есть... Так, ладно, мы потихоньку подбираемся к рубрике номер один. Предлагаю начать все-таки с доты. Значит, у меня есть... короче, я специально сидела, выбирала звуки доты. Надеюсь, это не те звуки, которые герои типа говорят, когда нажимаешь. Нет, это слишком легко. Здесь просто есть, например... звуки шагов, звуки при атаке, звуки, например, отмены спелла и так далее. То есть это не совсем... Некоторые будут, возможно, для тебя изи, а на некоторых можешь подумать как-то. И, значит, сюда. Сюда можешь смотреть, там ничего не будет. Это жаггернаут. Да. Ну, тут по фирменной крутилке, в принципе. Ну, я, естественно, по удару с мячом его... слышал. У меня же жаггернаут больше всего играет. Ну да, да. Поэтому он первый, думаю, ну типа изи мод. Надо с чего-то начать. Поехали дальше. Это же, по-моему, не с игры, это же с ролика какого-то, когда на логе. Нет, это из игры. Короче, есть такой сайт Dota 2 Wiki, там есть отдельно загруженные звуки с спеллов, вот всего, что есть. Поэтому... Так, это... там был и ветер, да? Это, смотри, ладно, завывание — это ледяное что-то. Ледяное? Лич? Нет, но это ЦМ-ка. Второй спелл у нее. А, не, ЦМ-ка, я особо ее звуки не слышал. Я слышал, конечно, звук первого скилла, но второй скилл, чтобы этот звук слышать, это же надо, чтобы у тебя дота слишком громкая была, нет? Ну, не могу сказать. Ну, я играю только со звуками доты, поэтому для меня, в принципе, изи. Так, поехали дальше. Погнали. Их, там был звук ульты. Еще раз. На самом деле очень тяжело, действительно. Вот этот звук, у меня такое ощущение, что я его вообще не слышал. А все равно, вот два мяча, вот два удара, и это понятно. То есть я не могу понять, от кого они, но вот в конце то, что был звук, я как бы, ты говоришь, от ульты чьи-то. Но я этот звук вообще даже не слышал, честно тебе скажу. Ладно, это антимаг. И там у него спелл даже есть мановоид, но он, знаешь, он не полностью, а вот там как-то... Не, это не звук мановоида. Подожди, вот сейчас давай еще раз. Это звук точно не мановоида. Ну-ка, включай снова. Сейчас. Ну, это было бы легко его звук отгадать. Но да, мечи его точно. Вот. Вот мечи. Да, да. Там просто, знаешь, звук какой-то странный. Не полностью, то есть, да, там. Да, да, там не как в игре. То есть сейчас, когда я уже понимаю, что это антимакс, когда слушаешь, ты понимаешь, что это так. Там какой-то звук другой. Давай оригинал, это фейк. Ну, тут уже будет сложнее. Давай. Поехали четвертый, отдельный. Это, кстати, звук я взяла из выпуска с Шедовехом. Он очень долго над ним думал. То есть, если у тебя даже нет примерного ответа... А подсказка есть? В общем, еще раз. У
Он сетку кинул. А, это новый герой. Худвин. Нет. Худвин. Это Мипа. Да. Да, он там сетку, по-моему, кинул. В общем, с ним сложно, ладно. Но я подумал, если честно, изначально, что это Худвинг, то, что там какой-то звук ветра, то и третий спал его. Сетка, ну ладно. Ничего, мы не осудим. О, это был этот... как его? Бисмастер. А, не Бисмастер этот. Как его с пивом, который... Брюмастер. Брюмастер. Нет. Да. Это не он был? А там же звук пива был. Ну-ка, давай еще нет, раз. Нет, давай. Ты отгадаешь. Я знаю, это легко. Сердце у кого-то тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Спелл есть такой, накидывают. Накидывают герою. Бэйн? Нет. Сердце? Так, сколько? Но ускоряется. И разбивается кое-что, он кидает. Алхимик? Нет, это Огр был. А при чем тут сердце? Огр. Ну, у него, он накидывает, когда Bloodlust, ага. Он накидывает, и у него сердце так начинает тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, так его накидывает. Откуда мне это знать было? Мне надо звук, походу, 100% сделать, чтобы все эти звуки слышать. Да, наверное. Ну, слушай, я думала, ты играешь с музыкой, но, типа, которая не перекрывает... Ну, знаешь, как у меня бывает? Вот бывают игры, где ты играешь, там, против Тейчеса, например, тебе нужно слышать, когда допер спелл взрывается. Ну, бывают такие герои, против которых ты играешь, тебе нужен звук. Да. Но когда ты играешь против Агра, например, или там против вот все эти герои, которые ты включаешь, мне звук не нужен. То есть понимаю. Я никогда вот от слова совсем не слышал эти звуки, вот серьезно. Седьмой. Это СФ. Я по голосу понял, да. Ну, по скиллам я бы не понял, если честно. Это что он завязал, ульту? Или Кайло это были? По-моему, это что-то из Кайлов у него, да, если да, я не ошибаюсь. Это Скайловочка, за Иксе было. О, это Таунт. Да. Сейчас пылы будут. Блин, это же Таунт моего героя кого-то. Это... Блин, надо вспомнить. Это точно Таунт моего героя, на котором я играю. Это Урса? Нет, вообще это маг. Маг? Да. У него первый стан по земле. Решак? Да. Так, поехали дальше. Он красивый здесь. А, да, это Днепр. Рыбаки. Это... Хочешь к рыбакам? Спуститься? Да. А как мы спустимся? Не, я не пойду. Так чисто предложила для приличия. Видишь? Да, я это сразу понял. Ну, по метаморфозе? Да, да, да. Говоришь, без звука в доту играешь? Не, ну, некоторых, конечно, что не можешь не слышать, это я не обязательно, да, ну, ты, да вот видишь, даже у Лешака я эти звуки слышал уже, да, даже Таунт слышал, но не мог понять, кого это. То есть Таунт очень часто слышишь, у меня было ощущение, что это мой герой, на котором я играю, часто юзаю его. А это вообще герои, ну, даже... Звуки чьи-то и слышал, но не можешь понять, кто. Здесь... Ну, это тяжело, действительно тяжело. Да, ну давай, последний, десятый. Давай. Я не помню, там сложно или легко будет, сейчас посмотрим. Ну, это тролль. Тоже слишком легко. Его ульта выкиркивает, и через музыку даже слышно бывает. Да. Все, это были все голоса. Ну да, действительно, некоторые, те, что особенно твои герои, ну, конечно, изи. А, ну, ты хорошо справился с заданием. Мне кажется, ну, я бы с половиной... Мог бы лучше, конечно, если бы музыку не слушала слишком много. Дамы и господа, я напоминаю, что наш партнер Prematch, как обычно, радует вас подарками. Если вы прямо сейчас зарегистрируетесь на сайте Prematch по ссылочке, которую найдете в закрепленном комментарии к этому видео, то вы получите гарантированный бонус плюс 100% на первый депозит. Пользуйтесь возможностью, регистрируйтесь по ссылке и желаю вам удачи. Ну а мы продолжаем кататься. По музыке. Смотри. У меня есть еще один такой челлендж небольшой. Значит, я с помощью своих друзей-зумеров
подобрала для тебя треки. Которых я слушаю. Я не знаю точно, есть ли они у тебя в плейлисте, но мы как раз узнаем, и тебе нужно отгадать, что это за ребятки. Шапку хочешь надеть? Да. О, ну давай. Гениально. Итак, значит, тебе нужно отгадывать, что за треки. Есть какие-то, типа, супер, наверное, известные для тебя, а есть не очень. Ну, всякие там рок и прочее я вообще не слушаю. Нет, это чисто вот твой стилечек. Окей, давай. Это Get Back, Pop Smoke, да? Да. Да. Как трек называется? Get Back. Не. Так, дай начнем тогда. А, Show Out, это Skepta, Pop Smoke, да. Да. Новый трек. Ага. 21 Savage. Как называется? Money Man? Это с альбома последнего, так, я название оттуда, если честно, плохо знаю, сейчас, может, вспомню. Так. Ранен. Это я вспомнил. Я просто, реально, название ее, ну, альбом я знаю, конечно, все треки я слушал, очень зашел, но название не часто запоминаю. Дрейк. Название трека тоже сейчас скажу, когда начнется. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Блин, название не помню. Мы дождемся припева. Вроде тут нету слова из названия. Так, сейчас вспомню. Life is good. Да. Это самый любимый трек моего друга, который он вечно включает, когда мы все вместе едем. И мне до такой степени я эти названия могу не запоминать, что даже такой трек, который я, ну, очень много раз слышал, ну, просто название из головы летает. Ну, ты вспомнил, да, что это Дрейк, конечно, поэтому Life все good, да. Засчитано. Это Dior, Pop Smoke. И вот все треки я вообще легко отгадаю. Ну, в частности, из-за его голоса, вот слушаешь, ну, такого не часто встретишь. Слушай, а как вообще формировался твой вкус? На тебя кто-то влиял? Ну, можно и так сказать. Ну, я думаю, что рано или поздно я к такому пришел бы. Я вообще раньше вообще все, что угодно слушал, что понравится, добавлял, слушал. То есть, если мой зайти в ВК и там пролистать очень далеко вниз, то у меня там вообще полный хаос, там до всяких, не знаю, все что угодно там можно найти, там всяких Тимати и прочее. Так, да, ну, когда я с другом познакомился, которым я сейчас очень близко, как брат мне родной, Амир его зовут. Привет, вот у него, да, вот он слушал на тот момент еще и сейчас подобное, и вот от него пошло у меня это. Поехали дальше, ну, тоже, наверное, изи будет. Это Трэвис Скотт, Friendship, по-моему, да. Да. Поехали дальше. Не люблю такой звук, конечно. Не любишь? Даже не знаю, кто это. Это не Night Lovell, случайно? Нет, это Чета Плута называется. Да хи, я вообще без понятия, кто это. И не слышал это, поэтому вряд ли отгадал бы. Дрейк. Халед, Попстар. Да. Да. Визе тоже. Начало у него очень криповое. Ты лириксы читаешь? Да. Ну, практически ко всему, что тебе нравится? Ну, если честно, я это читаю, ну, когда мне делать нечего, когда я там задумаю, что же поделать, там, видос в YouTube посмотреть или что, я просто включаю, там, могу просто
принципе, найти трек и читать, на фоне включу музыку, если там нету такого. Или же там просто open mic есть, я их, ну, на канале Genius есть со всякими артистами, типа они не фристайлят, просто читают на открытом микрофоне свои треки. Вот их я часто слушаю с субтитрами, смотрю. В принципе, да, короче, свободное время, когда мне делать нечего, там, я читаю и слушаю. Вот давай, самый лучший чел, который делает именно такие, знаешь, смысловые песни, и худший из популярных? Блин, тяжело будет. У кого самые глубокие тексты, как думаешь? Я, если честно, так вообще никогда не определял. Я просто, в частности, я так, знаешь, почему делаю? Это то же самое, когда я пытался как-нибудь английский себе приучить. Я смотрел фильмы тоже с субтитрами. То есть там включаю там фильм на английском и читаю субтитры. Ну да. Тут то же самое. Я в большей части мне не столько смысловая, да? Да, а столько, как мне просто интересно за ним повторять, читать и вообще понимать, что там говорят. Потому что некоторые треки ты слушаешь, ты, в принципе, не можешь понять, о чем там, что они читают, вообще слова непонятны. Потому что у меня английский, ну, не самый высокий уровень. Твой топ-3 рэперов, как у Дудя. Топ-3 рэпера на сегодняшний день. Три определить будет очень тяжело. Ну давай вот, которых ты чаще всего слушаешь. В последнее время? Да. Я Pop Smoke в последнее время процентов, наверное, 70 слушаю. Это вообще в последнее время только его слушаю практически. ASAP Rocky я тоже часто слушаю. Вот новичок еще тоже. Slow Tie, у него новый альбом, кстати, как раз вышел, его альбом переслушиваю, но я не могу его, конечно, топ-3 добавить. Так-с. Это тяжело. Наверное, 21 Savage или Travis, Drake, что-то из них, короче. Тяжело определить троих, реально. Очень тяжело. Последний у меня трек есть. Угу. О, так-с. Я это, конечно, слышал, сейчас помню, как начнется. ASAP Ferg, Floor Sets. Да, нет, ну ты, конечно, задрот. Да, конечно. Ну, он тоже такой недооцененный тип, очень крутую музыку делает, но не столь успешно, как у всех других, можно сказать, но он очень крутой. Недооцененный, один из самых недооцененных. Хоть и там, ну, я имею в виду именно в России, например. То есть там в Америке, в Европе, наверное, он прям очень крутой, всем он заходит, но в России его мало слушают. А у тебя было желание писать рэп? Нет, даже мне в голову не приходило. А если бы написал песню, о чем она была бы? Ну, блин, сложный вопрос, не думал об этом. Про свою жизнь последние там 3 года. То есть не буду конкретно говорить, просто про свою жизнь там за последние 3 года. Много что произошло, много в жизни осознал, прям повзрослел. Знаешь, 3 последних моих лет это как, сколько мне там, 19 до этого. То есть в сумме я опыт набрал все 3 последних года больше, чем за 19 лет до этого. Да. Можно так, ну знаешь, у меня такое ощущение, то есть... Я знаю, о чем ты говоришь. У меня тоже был один период, когда ты... Вот кажется, что за месяц ты набираешь, как за 5 лет. Да, вот что-то да, типа бывает такого. Такое. Да, вот, наверное, что-то про это. Конкретику не хочу говорить, поэтому... Если когда-нибудь задумаю, услышите. Дота в этом отрезке, ну, есть ей место? Доте? Или в меньшей степени? Да, в меньшей степени, но есть, да. Хочешь поставить, может быть, свой какой-нибудь топ песен? Это тоже тяжело. Вот этот шоу-аут, который ты включала, прям дико нравится. Dior тоже нравится. Pop Smoke трек. Price the Lord тоже. Все, кто вообще за мной следят, знают, как я этот трек люблю. Я сегодня эту песню напевала, то есть я ее знаю. Но я, My Shares Dior. Да, вот я думал, ты с меня прикалываешь, когда ты напевала. Ты же на буткемпе была, не? Я не слышала на Буткиче. Мне нравится. Причем она же не новая, насколько я помню. Не, это довольно-таки старый альбом. Да. Он очень харизматичный в клипе.
Да, вообще сделала. И она так читает прям. А Асап Роки на самом деле особо клипами не выделяется. У меня его клипы не нравятся особо. Ты, кстати, переключаешь треки, прежде чем они заканчиваются? Да, бывает, потому бывает. Что... Да, и иногда ты что-то слушаешь, ты уже забываешь, что ты слушаешь, и тебе хочется уже другое что-нибудь послушать. Ну, просто я так думаю, вот если я сейчас буду переключать треки, меня не сильно захейтят, поэтому ладно, все, переключаем. Значит, Заур дал добро. Какой следующий? Ну, давай что-нибудь, Pop Smoke что-нибудь. Давай. Так, значит, по популярности. For the Night, Dior. Ну, твой любимый Blow Out, да? Show Out. Шоу-аут. Да. Давай тогда его и послушаем полностью. Кстати, я видел видос, по-моему, в Америке это было, когда он умер. Там очень много людей вышло, ну, просто на улицу. Там как раз протесты были в Америке. Угу. Я видел какой-то видос, где там люди, которые на протесты вышли, включили этот трек Dior как раз в честь него. И под этот трек шли там на протест. Это очень круто было. Я еще включил, сохранил это видео, смотрел его частенько. То есть его очень, ну, его музыку очень любили, как его самого. Крутой чувак. Ну, ему, как и всем артистам, смерть додала славы. Как думаешь? Ну, нет? Сказать тебе честно, я не знаю, насколько он популярен был и прочее. Я просто до его смерти реально, ну, не слушал его. То есть я не знал его существо. Ну, я слышал там Pop Smoke, что-то такое, но не было такого, чтобы я его музыку сохранял и смотрел, что у него там. То есть я, когда он умер, после там, как раз после этого видоса, как я Dior увидел, услышал трек, после этого я начал его треки слушать, сохранять, ну, прям нереально сильно зашло. Ну, то есть его успех, он все равно был бы, то есть он стал бы намного популярнее, потому что его голос, то, как люди качают под его треки, ну, это далеко зашло бы. Значит, Mazda оснащена системой Bose музыкальной. Звук здесь чистейший. Если врубить на полную, ты слушаешь вообще очень громко музыку? Практически всегда, когда я в один машине. Здесь супер чистый звук. Да, ты слышишь, басы какие чистейшие, потому что здесь, ребятки, стоит система Bose. Вместе с Mazda разработали тут целую движуху. Эти штучки, расположенные по всему периметру машины. Поэтому звук здесь просто пушка. А также здесь еще, помимо этого, премиальный эксклюзивный салон, отделанный деревом натуральным. Вот смотри, вот это дерево. И эксклюзивной кожей Napa, которую производят в одном месте в мире. Поэтому вот такая штука. Это, кстати, самая премиальная машина в линейке Mazda CX-9. Моя реально любимица. Поэтому, когда я сдам на права, на этой крошке я буду гонять. Блин, реально мне... Короче, мне вообще не нравилась такая музыка особо. Но вот так вот я сейчас еду. Вот есть в ней какой-то такой вайб, под которым просто хочется этот... Качать. Да, качать. Как тебе, кстати, впечатление от поездки? Ну, ты, вот ты говорил, что ты просто не так часто ездил на других машинах. Да, ну, на Мазе я, естественно, впервые езжу. Ну, дико удобно, не знаю, что конкретно сказать, но по таким дорогам на другой машине было бы намного тяжелее. Да. Тут дороги, конечно же, очень такие, ну, не очень, так скажем, просто. И в такой машине ты ощущаешь себя очень комфортно. И я представляю, каково было бы, если бы ты ездил бы на, ну, не знаю, там, на любой другой машине. Скажем так, то есть чувствуется комфорт этот. Кстати, в Грозном дороге получше? Да, намного. Как бы это ни звучало странно и смешно, но намного лучше. Да. Поэтому... Необычно. Я в Киеве, то есть за рулем не ездил никогда. Ну, вообще ты любишь, да, за рулем? Да, очень люблю. Если, честно сказать, если бы не было бы музыки, было бы не так кайфово слушать музыку и ездить одному, ну да, мне нравится. Особенно, если в дальний путь куда-то едешь.
кайфово бывает. Да, да. Мне это только предстоит все узнать. А ты, кстати, на механике учился или на автомате? На автомате, а на механике не ездил. Вот я взяла на механике, ну, потому что мне сказали, надо, типа, пойти по хардкору, а потом уже на автомате будет изи. Да, я на механику вообще ни разу даже не пробовал. Я помню, история одна была в Грозном. Я машину на мойку ставил, и мне оттуда женщина говорит, ну, типа, не помог бы ты, типа, говорит, машину оттуда вытащить. Там у них работник куда-то отошел. Я одну машину, не помню, какую оттуда вытащил, и говорит, еще одну, пожалуйста. А там, по-моему, приора стоял, то есть механика. То есть я никогда в жизни, ну, не разбирался, не катался. Я сажусь, вспоминаю, что это механика, и говорю, не-не, это не смогу, потому что я попросту не знаю, что это тяжело. Я на самом деле даже не представляю, как люди на механике ездят. Ну, понятное дело, привыкаешь, не так тяжело. Но мне пока что это непонятно. Мне кажется, этой серии вот переучиваться на играть на Q, ну вот эти вот на QWERTY переучиваться. Вот у меня, например, старая раскладка в Доте стоит. Ну, я думаю, тут даже потяжелее будет. Ну, в смысле, с машиной. Не, ну конечно, да. Но это я думаю, что можно. Ну да, примерно. Типа поездить. Господа, спасибо, что вы смотрели этот выпуск. Я надеюсь, он вам понравился, что вы музыкально, культурно, знаете, воспитались, образовались. Я, например, очень много для себя сделала выводов относительно музыки. Раньше как-то не слушала это направление, а тут вот так вот Куман на такой, знаете, энтузиазме, вот с такой любовью к музыке вот и заразил меня. И я реально приеду домой, переслушаю вашего этого поп-смоука. В общем, я надеюсь, что вам тоже это понравился наш выпуск, поэтому поставьте обязательно лайк, поделитесь с другом этим видео, скажи, эй, друг, посмотри это видео, тут Яна Куман, Мазда, все дела. Вот. Ну и что, и удачи вам, выигруйте каточки, и всего самого наилучшего. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Господа, в прошлом выпуске Кибердрайва с Шедувехом мы разыгрывали пиццу, и нужно было, задание было такое, нужно было придумать для Жеки Чоэда титул. И вот я зачитаю победителя. Значит, победил Михаил Галкин. Титул Шедувеха. Евгений Хы-Хы-Хы Алексеев, лучший кукинг-стример всего мира, херсонский спелый арбуз, любитель пиццы и шоколадных орешков, хейтер Паус, лучший друг Вилата, замечательный аналитик и крутой комментатор, основатель компании Жекич Бетс, ценитель вкусных чипсов и кофе, Ака Кичамбала, Жеки Чоэд, херсонская мамба, Евгений Шедувех, фан Эль Чачи, пожилой Кичоэд, диджей Рыжий, лудоманское отродье, однорукий пират, будущий основатель домашней аквадискотеки. Так что, Михаил Галкин, пожалуйста, оставь нам свои контакты, мы тебе пришлем пиццу, а если хочешь, две.